Огонь охватил площадь 360 квадратных метров и повредил стены, перекрытия и кровлю здания. Распространению огня поспособствовали ветер и позднее тушение пожара. Работы на месте происшествия продолжались всю ночь. Здание практически полностью разрушено. В тушении огня принимали участие 6 боевых расчетов и 16 человек личного состава. Пожар удалось полностью ликвидировать спустя 2,5 часа. Жертв и пострадавших нет. Известно, что здание было нежилым. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.